Доброго времени суток, уважаемый зритель. Я продолжаю тебя знакомить с проектом West Token. И в этом видеообзоре я бы хотел познакомить тебя с Telegram данного проекта. Давайте перейдем на Telegram данного проекта. Ссылки есть в описании под этим видео, поэтому вам не нужно их где бы то ни было искать. Давайте перейдем. Вот мы перешли на Telegram данного проекта, и как мы видим, West Token, так он и называется, его сайт, такой он и есть, но почему-то всего 262 участника. Я не знаю, с чем это связано, почему так мало людей. Видим, люди вроде добавляются, но, конечно, не очень охотно, потому что за 8 октября добавился только один человек. Видим администратор, который отвечает на вопросы, со всеми здоровается. Вроде бы люди постоянно добавляются, но все равно очень мало людей. У них даже нет видео, ой, у них даже нет закрепленной какой-то записи. Обычно в этой записи вся информация необходимая, все ссылочки необходимые, но здесь этого даже и нет, потому что 262 человека, в принципе, можно ответить любому на вопрос, потому что не каждый из них задает, и администраторам все равно надо хоть что-то делать, а если еще и видео, ой, а если еще и сделать запись в закрепе, то тогда вообще сразу же все пройдет. Как видите, все выкладывают обыкновенные смайлики. Видимо, у них нет своих смайликов, как мы обычно это видели у кого-то, да? Тут исключительно обыкновенные. Я просто не силен в смайликах, я их никогда не отправляю, поэтому не знаю, как и что это делается с смайликами. Но видим, постоянно они общение живое, вопросы, ответы, администраторы что-то шутят. Ну, в общем, интересно, поэтому добавляйтесь, хоть здесь и мало людей, здесь все равно живое общение, и мы это с вами видим, поэтому не поленитесь, перейдите, присоединитесь, задавайте вопросы, администраторы обязательно вам на них ответят, именно для этого администраторы там и есть, для того, чтобы отвечать на вопросы, которые у вас есть, главное, задавайте их и общайтесь с людьми, как видите, 24/7 команда готова отвечать на ваши вопросы. На этом у меня все. Я хотел познакомить вас с Telegram и замотивировать вас присоединиться к нему для того, чтобы все-таки знать больше о проекте. На этом у меня все. Не забывайте перейти по ссылочкам в описании. Всего доброго и до новых встреч!